Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами будет мукбанг. И смотрите, что я буду кушать. Это, короче, тушеная капуста с картошкой и с крылышками куриными. Вот крылышки куриные, сейчас вам покажу. Вот крылышко куриное, видите? Вот оно. Вот оно, вот оно. Вот такая вот именно картошечка с капусточкой и с куриными крылышками. Вот так это все выглядит замечательно. Вот это моя мама приготовила. И я сейчас буду трескать, кушать это. Ну и заодно это с вами поболтаем там о том, о сём, о разном. Вот сегодня у меня выходной, друзья. Сегодня на съемки не ездил. И вот записываю для вас видео. Сегодня это уже третье видео за день, друзья. Ладно, если вы сейчас тоже кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Так, ну что, друзья, давайте есть. А завтра, кстати, меня пригласили друзья на съемки. Я буду играть это, короче, члена съемочной группы. Ну, киносъемочная группа. Я буду играть там это... Осветителя. Осветителя, короче. Так, вот у меня еще такой майонез, друзья. Сейчас я еще майонезик сюда добавлю. Но на съемке мне завтрак 16:00, так что классно, высплюсь. Хорошо, меня это радует. Потихоньку, друзья, зарабатываю я денежки в кино. Вот, слава богу, это как бы приносит нормальный доход. Я говорю, хотя я снимаюсь только в массовке и в эпизодах, да? Но все равно, если это делать постоянно, если это делать регулярно, каждый день ездить на съемки, да, то как бы получается хорошая сумма за месяц натекает. Так что вот такие дела, друзья. Тружусь. Короче, друзья, с сентября месяца, получается, я 2 сентября приехал в Москву, да? И, ну, сразу у меня пошли съемки. И вот с сентября месяца по сегодняшний день, сегодня у нас какое, 8 октября, я снялся, короче, в 24 фильмах. Вы представляете, друзья, за месяц, чуть больше месяца, да? Я снялся в 24 фильмах. Ну, как бы я считаю, это неплохо. А ты как считаешь, это нормально? Конечно. 24 фильма. Конечно. Ты перец сюда добавлял, да? Перец, помидор. Это типа как получается овощное рагу. Капуста, картошка, помидоры, да? Да, друзья, кстати, хотел вам сказать, что если вы хотите, чтобы я по вашему заказу сделал обзор на какое-то блюдо и на какой-то продукт, то за донат могу сделать без проблем. Можете мне в комментариях написать, и договоримся с вами. Реквизиты карты будут под этим видео в закрепленном комментарии. Так что, друзья, пишите, если хотите на какой-нибудь продукт обзор, ну, мукбанг или самой рейтинг, то можем, могу снять. Вот, друзья, вот крылышко куриное. Оно вкусное очень. Косточки.
А ты не добавляла майонез себе, да? А с майонезом вкуснее вообще. Не, не ем майонез. Вот, друзья, куриное крылышко. Наверное, завтра будет зарплата, да? Ну, завтра же 9-е. Они же, если перед выходными, то 9-го уже платят. Друзья, куриное крылышко. Вот такое. Оно в специях. Такое остренькое, вкусное.
Что-то испачкался, подумал. Друзья, ну ладно, спасибо вам огромное за просмотр. Желаю вам счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Все, друзья, всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Увидимся. Всем пока.